Всем привет, дорогие друзья! С вами Неудержимый и ресурс WhatTop.ru. В этом видео я вам расскажу про контурные шкурки пробития. Для начала давайте их установим. Для этого нам надо зайти на сайт WhatTop.ru, открыть вкладку «Шкурки пробития», далее выбираем контурные шкурки и нажимаем «Скачать бесплатно». Открываем скачанный файл, копируем папку «Vehicles», переносимся в папку с игрой, открываем папку «Rasmods», далее открываем папку, соответствующую нынешнему обновлению, и вставляем в нее папку Vehicles. После этого шкурки будут установлены. Теперь стоит сказать о значении данного мода. Шкурки пробития обозначают на танках уязвимые зоны, расположение модулей и членов экипажа. Эта информация очень сильно поможет игроку выцеливать слабые зоны противника. Особенно этот мод будет полезен новичкам. Знание слабых и сильных зон танков – это очень важный и объемный пласт, который очень сильно влияет на эффективность игрока. Таким образом, игрок, обладающий этими знаниями, будет очень полезен в бою. Если начинающий игрок не успел освоиться в игре, то этот мод поможет ему в этом. Но шкурки пробития подойдут также и опытным игрокам, ведь они все же облегчают игровой процесс. Теперь давайте разберемся в обозначениях. Красным цветом обозначены уязвимые места танка, фиолетовым – боекомплект, зеленым выделен двигатель, топливные баки – голубым, члены экипажа обозначены желтым цветом. Белые полосы на орудии означают, что оно топовое. Вся эта информация есть на странице этого мода на сайте. Помимо выделения цветом, члены экипажа и модули обозначаются соответствующими иконками. Очень важная информация представлена очень просто и наглядно. На этом у меня все. Если вам понравился этот мод, скачивайте его с сайта WhatTop.ru. Ну а с вами был Неудержимый. Всем удачи на полях сражений. Всем пока.